Мы идем к единому тарифу, коллеги, по воде, теплу, канализированию. Значит, под единым тарифом не надо всем пугаться. Понимается, единый тариф для однотипных видов домов. Да? Это понятно. Планируем к концу 2017 года выйти на единые тарифы по содержанию, по воде и по теплу, по крайней мере, по сельским поселениям. И к 2018 году планируем эту работу завершить. В том числе и связано с изъятием ресурсной составляющей из управляющих компаний, да, и передачей их ресурсоснабжающим организациям. Тарифы — это такая, так сказать, социальная история, тяжелая. В любом случае, очень аккуратно будем это делать. В любом случае, это утверждение, то есть через комитет по ценам и тарифам. Так в итоге по тарифам будут больше или меньше? И не будут больше, они будут усреднены. У кого-то меньше, у кого-то больше. Среднены будут тоже, да.